Когалым Ави на время проверок приостанавливает полеты аэробусов А321. В последние дни рейсы этой компании отправлялись с задержкой. Инспекторы Ространснадзора тестировали экипажи, изучали документы и оценивали состояние оборудования. Сегодня же в Петербурге с самолетом Когалым Ави случилось ЧП. У лайнера А321, который должен был лететь в Шарм-эль-Шейх, сломалась стойка шасси. Представители аэропорта Пулково сообщили предварительную версию. Сотрудник наземных служб нарушил правила буксировки. Пассажиров разместили в гостинице. В ближайшее время они должны отправиться в Египет на другом лайнере. Несколько человек решили отказаться от полета.